Единой дежурной диспетчерской службе городского округа Ликино-Дулево на этой неделе исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло в центре «Спутник». 10 лет они помогают людям, решают сложные жизненные вопросы, организовывают поиски потерявшихся. Но мало кто знает их в лицо. Свою работу они делают по телефону. Александр Свистунов – первооткрыватель в этом деле. 10 лет назад он заступил на дежурство в только что созданную единую дежурную диспетчерскую службу и до сих пор верен своему выбору. При создании ничего как бы неизвестно, ничего не знаешь, как бы как работать, потому что звонки сразу же начали поступать от населения, вот, жалобы, решения вопросов, это очень такой вопрос. Было трудновато. Безупречная служба. Так отзываются о работе ЕДДС и ее диспетчерах руководство области и городского округа Ликино-Дулево. Созданная по инициативе МЧС, единая дежурная диспетчерская служба за 10 лет существования доказала свою важность и незаменимость. Действительно повысилась эффективность взаимодействия служб самих, то есть экстренных в отдельности. То есть это пожарная, полиция, газа, ну и так далее. Вопросы сбора информации, координации, вопросы оповещения населения, как населения, так и руководящих лиц, да, которые необходимо иметь вот первоочередную информацию для принятия того или иного решения. То есть и все это в комплексе, естественно, повышает безопасность граждан и имеет определенный эффект. Коллектив ЕДДС отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Московской областной думы, МЧС, главы городского округа Ликино-Дулево и Совета депутатов. Отдельные сотрудники были награждены юбилейными медалями в честь десятилетия службы и памятными подарками.